Первый российско-казахстанский молодежный форум прошел в прошлом году в Москве. Второй организовал Сочинский государственный университет. Из Казахстана прибыли ректоры двух крупных вузов и студенты этих университетов. Делегация порядка 30 человек. Также участниками крупного форума стали представители 9 вузов России. На самом деле уже прошли первые переговоры в летний период накануне форума. Я считаю, есть результаты сотрудничества. К нам уже поступили учиться аспиранты из Казахстана и несколько студентов из Сочинского государственного университета. Сейчас проходят краткосрочные курсы обучения в Южно-Казахстанском государственном университете. В этом году исполнилось четверть века со дня установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Отношения активно развиваются не только на правительственном уровне, но и в области образования. И здесь ставка на молодых и активных. Будущее за студенчество, будущее наших стран. Наш президент очень возлагает большие надежды именно этому поколению, поколению молодых людей, которые будут строить в дальнейшем экономику наших стран. Россия и Казахстан – это особые партнеры. В дни работы молодежного форума участники обсудят вопросы двусторонних отношений, международные и региональные проекты, реализацию волонтерских и добровольческих акций, программ, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи двух стран. В дальнейшем времени мы думаем, и наш университет, мы планируем подписать меморандумы, договоры с Сочинским государственным университетом и вообще-то в целом университетом России, и хотим работать в сфере образования, науки и плюс еще производстве. Кроме того, в рамках форума СГУ планирует подписать с казахстанскими вузами уже второе совместное соглашение о сотрудничестве в образовательных программах. Также для гостей пройдут экскурсии по Олимпийскому Сочи. Ну а Сочинский госуниверситет уже готовит делегацию для ответной поездки в дружественное государство. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.